Джеб на шаге начинается с толчка правой ноги. Это движение высвобождает левую ногу, которая вместе с ударом переносится вперед. В это же время туловище разворачивается в тазобедренном суставе слева направо и резко выбрасывается левая рука. Коснувшись цели левой рукой, вы тут же подтягиваете правую ногу. Выполнив удар, нужно немедленно вернуться в исходное положение.